Почти 1,5 миллиона квадратных метров жилья сдано в регионе по итогам 2020 года. Это 98% от плана национального проекта «Жилье и городская среда». На совещании в формате видеоконференции подводит итоги года в строительной отрасли. Глава Самары Елена Лапушкина отметила, что в прошлом году в городе ввели почти 465 тысяч квадратных метров. Показатель Самары на этот год – 819 тысяч квадратных метров жилья. Запланировано выдать 27 разрешений на строительство. Все эти компании абсолютно нам известны, мы с ними тесно взаимодействуем и свою задачу видим в том, чтобы все документы для сдачи на получение разрешения на строительство они сдали вовремя и качественно. В настоящий момент уже для получения на разрешение на строительство для указанных застройщиков выдано 10 ГПЗУ, выдано 5 разрешений на разработку ППТ. Администрация оказывает для застройщиков полное сопровождение методологическое, готовим все документы вместе и все возникающие вопросы, которые есть у застройщиков, мы решаем, мне кажется, максимально короткий срок. Губернатор Дмитрий Азаров поручил министру строительства Евгению Чудаеву и председателю правительства Самарской области Виктору Кудряшову вести тщательный мониторинг ситуации с вводом жилья по каждому муниципальному образованию и не реже одного раза в две недели проводить совещания по исполнению планов строительства. Я бы хотел, чтобы эти показатели не только фиксировали ввод жилья, но и усилия, которые муниципалитет предпринимает, те задачи, которые они решают, совершенствование градостроительной документации, деятельности в целом, для того, чтобы создавать условия опережающего строительства в последующие годы. Глава региона обратил внимание на то, что 27 муниципальных образований из 37 в прошлом году увеличили ввод жилья по сравнению с 2019-м. В этом году в области планируется выдать 44 новых разрешений на строительство. Это на 17 больше, чем в прошлом году. План на 2021 год для региона – построить и ввести в эксплуатацию 1 700 000 квадратных метров жилья. Лариса Шалафаст, Максим Гусев. События.